Вас приветствует DCSL News. Мы находимся на стенде компании Singular. И Дмитрий ответит на несколько вопросов. Чем занимается ваша компания? Какие новинки показаны на вашем стенде? Наша компания занимается разработкой головок для считывания магнитных карт, POS-решениями и считывателями магнитных карт, IC-карт и SM-модулями. А какие новинки представлены на стенде? Новинка, самая главная новинка, которую мы представляем, это POS-решение. Это телефонный терминал, который позволяет делать платежи, не выходя из дома. Очень подходит для мелкого бизнеса, среднего бизнеса. Такое новое решение. Вот оно активно интегрируется в Китае и имеет большой успех там. Поэтому мы решили представить его здесь на выставке. Спасибо большое. С вами был DCSL News.